Представляем судейскую бригаду. Руководитель ковра Асланбек Дудулаев, Чеченская Республика. Судья всероссийской категории. Арбитр Адель Абдулаев, Дагестан. Первая категория. Боковой судья Сергей Шмелев, всероссийская категория, Смоленская область. Спортсменка в красном трико Екатерина Кошкина, Республика Татарстан. Мастер спорта. Тренируется под руководством Евгения Алипова и Евгения Лапшова. Первый тренер Виталий Трофимов. Екатерина Кошкина на спартакиаде сильнейших 2022 года в Казани заняла первое место. Победитель первенства России. Победитель международного турнира Лиги Поддубного в Москве. В синем трико мастер спорта России Валерия Дандупова. Республика Бурятия, город Улан-Удэ, региональный центр, региональная спортивная школа Олимпийского резерва. Борьбой занимается более 10 лет. Тренируется под руководством Евгения Павлова, Максима Муланова. Первый тренер Дамдин Дамдинов. Субтитры сделал DimaTorzok.
победила Валерия Дандупова, Республика Бурятия. Валерия Дандупова стала чемпионкой России весовой категории до 65 килограммов. Поздравляем!